Добрый вечер, уважаемые болельщики. Итак, с номер Артем Митасов, 52-й, Равильнет Фурин, 37-й. Уже на вкусстве перед соседними игроков у нас заявка попала Артур Мухинов. Так, он честно попадает, да, в заявке на матч. Он был, не заладился его карьера. Ну, возможно, это административно. Здесь были вопросы кадровые, здесь опасный момент. Смирнов выходит и... штанги. Так, разыгрывают мяч ярославцы. Серия рикошетов. Удар поворотом. Тащит Артем. Второй. Кого-то вот зацепить. Дошел до адреса. Нитфулин. Это оказывается у Ослабовского. Влады на спину набитым тату. Тащит у нас Смирнов. И тут уже Дахова в заявке. Поэтому тяжеловато в середине. Лауком меняются они. Вот заброс. Хорошая скидка. Опять Михаил Цыпсков. Чуть-чуть не туда пошел, опять вынужден был разворачиваться. Пытается справиться. Ребята, надеюсь, что втором тайме наладится. Удар поворотом. Ну, контратака. Ну, наконец-то у нас и правый план заработал. Цыпсков, удар поворотом. Задько, да, наносил здесь. Подобрал он под попробует что-то предпринять. Ну, а пока опять мы не встречаем футболистов в Тюмени. Что он? Просто ему ничего не остается. На подборе нужно. Мяч, серия каких-то рикошетов, и кто там был? Да, всем набежать, но видишь, как разыграли Яченко удар. Видно, что очень переживает. Да, тут не хватило. Получается, пока комбинационная игра, и получается у Тюмени войти в штрафную площадь, ударили поворотом, мяч попадает в грудь. Причем, да, во время игры. Общаться, но они не могут схватить этот момент. А вот сейчас неплохой перевод на Митасова. Митасов на правый фланг штрафной. Давай-ка на дальнюю передачу. Убирает удар. Руки! Я думаю, что пытался так смещался и в дальний хотел, но попал. И вот сейчас он смещен, смещается в центр. Оставляет пяткой. Зимского на коротке. И опять подбирается мяч Михаил. Ну нет, тут не... Вот смотрите, две ошибки были сначала. Тут с этим надо вот забивать. Удар. Будет удар. Руки. Индивидуальные действия. Прострел, удар. Ослабовский получился. Евсеев удар. Угловой. Очередной угловой.